Охренеть, Ай только что своим одним ходом убил всех моих юнитов. Еще дерево выросло, ё-моё, вы видели, как они растут, эти деревья проклятые? Мне кажется, я сейчас погибну. А, блин, я дерево им сломал. О, это была ошибка сейчас большая. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня с вами снова я, Демастер. Также с мной сегодня еще Ай. Ай, привет. Всем привет, ребята, да. Также с мной еще Рамбовит. Рамбовит, привет, он молчит. И Айдарку, он тоже молчит. В общем-то, сегодня мы будем играть в такую игрушку как Slay. Вчера я поиграл с ней, в эту игрушку с Саидом. Он меня победил, и сегодня с утра я решил позвать ребяток. Вот. Поиграть, можно было бы с Аидом, конечно, сыграть, но Аид уже убежал. Мне так понравилась эта игра, что я подумал, что надо самому записать такой ролик, попробовать поиграть и посмотреть, что из этого выйдет. В общем-то, да, мы уже сыграли тестовую катку, я ребятам объяснил, что-то как делать, вот, что как играть, они все поняли. Поэтому сейчас я предлагаю им выбрать, не, пока не ставьте рейди, сейчас предлагаю выбрать карту. Давайте поиграем на маленькой карте, чтобы игра сильно не затягивалась. Есть разные карты, вот есть, например, карта меч, а, есть карта, о, нифига какая прикольная карта, карта да, такого прикольно. Домика. Давайте поиграем в карту домика. Да, она прикольная. Мне кажется, она крутая. Что ты думаешь, Ай, прикольная карта, да? Да. Круто в виде такого лагеря. Хорошо. В общем-то, АИ сказал то, что можно выбирать разные скины юнитом. Ну, наверное, поставим чуваков из Майнкрафта. Так будет проще. В общем-то, все. Прибилд, старгейт. Все, жмем, короче, все перцы плей. Эту шукнул кнопочку, да? Так, таймер у нас будет только 30 секунд. У АИДа было по 20 секунд таймер. Это прям нереально мало, поэтому 20 секунд вполне будет достаточно. Так, ну что ж, у нас через 7 секунд стартует игра. И сейчас мы начнем раскидывать друг друга. 3, 2, 1. Поехали, поехали, поехали. Даркул с первый ходит. Давай, Даркул. Так, давай, Даркул. У меня, кстати, какой цвет? У меня какой-то сероватый цвет. И у меня серый цвет, серый цвет. У меня какой-то желтоватый. У тебя желтоватый, у тебя хороший цвет, а? У тебя хороший цвет, Ай. Да. Так, хорошо. Даркул тут, смотрите, ходит, захватывает уже территорию, начинает уже какие-то агрессивные свои вот эти вот всякие штуки делать. Сразу видно. Даркул, тупо Даркул, да. Агрессию свою вот наводит. Так, Рамбовид, следующий ход. Рамбовид у нас оранжевый. Но я бы на самом деле Рамбовиду посоветовал драться вон за тот флажок. У вас там, походу, вместе с Аем будет. А вот, кстати, Даркул здесь не стал драться за этот флажок. И смотрите, проблемки могут быть. Проблемки. Угу. Блин, столько всего прикольного можно натворить. Ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Рамбовид пока захватывает, что-то делает. Да, видно, видно. Хочет тоже этот флажок, потому что этот флажок очень классный. Тут вам повезло, у меня там вообще нет никакого влияния на этом флажке, да. Вот, а вам там всем повезло. У вас там куча влияния на флажечки на этом. Так, сразу же хожу сюда. Здесь еще одного юнита вот сюда вот ставлю. Ухожу им вот сюда. Тут еще есть деньги. Наверное, могу поставить юнита вот сюда и вот сюда. Вот таким вот образом. И сходить им куда-нибудь вот сюда. Так, здесь, значит, поставлю вот тут вот башню, наверное. Оп. И вот тут вот башню, наверное, поставлю. Оп. А также еще юнита поставлю. Оп. И схожу куда-нибудь вот сюда. Ну, блин, не все. Не везде успел сходить, к сожалению. Но в целом так-то походил. Походил, башенку тут себе поставил. Юнитов две башни поставил. Это хорошо, на самом деле. Две башни это неплохо. У меня тут еще одна земля осталась, которую я не походил. Эх, даже целых две земли. Как этого покупать? Там юниты все стоят. Ну, быстрее землю выдели, землю. Вот, ай, быстрее выкинь землю. Вот здесь землю свою делаем. Так, теперь. Так, теперь юниты второй слот покупай, ставь быстрее, ставь. Так, хорошо. Ходим, если хочешь, можешь не ходить, если не хочешь. Так, другую землю выделяй. Вот так. Там у тебя на флажке земля уже есть. Уже времени мало, все. Эх, Ай, ты лучше спросил бы до этого. Да, я просто долго вспоминал, как тут покупать юниты. Да мы же только что тестили, Ай, ты что? Да, ну я забыл. Как так ты забыл, Ай? Я забыл, что землю надо выделять. Ну ты, конечно, Ай, смешной, смешной парень. Нифига там, смотрите, что делает у нас Даркул. Просто жесть, посмотрите, что он натворил. Да, офигеть, на захватывал туда-сюда. Посмотрите, реально, туда-сюда просто на захватывал. Это жесть. Даркул, конечно, жесткий. Какой-то. Да, очень жесткий. Железника сделал, железника. Ну, железник это жестко. У него сейчас могут все погибнуть, на самом деле. Если я перекрою ему инком, то у него здесь просто железник погибнет. На что я сейчас, наверное, и буду ставить, в принципе. У оранжевого уже кто-то там погиб. Но мне придется убивать железника все-таки у этого. Да, железник это жестко. Железник это уже опасность, чуваки. А опасность это плохо, правильно? Да, сейчас нужно только придумать. Надо только придумать, как сейчас его железника убить. Я прям даже не знаю как. Но если я смогу перекрыть ему воздух, кислород, тогда будет, в принципе, неплохо. Так, это сюда, все здесь объединяем. Так, этот вот сюда может сходить? Нет, не может. Поэтому мы берем кожанчика и ходим им вот сюда, да? Так, здесь сделаем еще одного кожанчика и им сходим вот сюда. Да, отлично, я перекрыл ему кислород здесь. Так, башню мы поставим сюда, башню мы поставим вот сюда. Хорошо, здесь немножечко так вот перекрыли тоже кислород чувакам. Фух, так, ты сходи. А, не успел, не успел. Фух, да, очередь, Ай, давай, быстрее, братишка, там ставь воинов своих, башни можешь ставить, что угодно. Так, ну по идее здесь для железника, железник сколько требует? 18 требует. Вот здесь есть таблица. 2, 6, 18, 54. Алмазик 54 целых клетки требует, это очень много. Но железника содержать очень дорого, поэтому не знаю, зеленый, возможно, с этим железником. По идее он должен у него умереть. Вот, Даркул должен железник умереть, потому что я перекрыл кислород тут 1, 2, 3, 4, 5 клеток всего. То есть 18 точно нет. У меня два кожанчика, это по 6. Да, у Даркула погибли, есть! Есть! Я на самом деле очень сильно переживал, но я перекрыл здесь ему кислород и все. Я нервничал, я реально нервничал.
нервничал, я боялся, что... Я тоже много что-то позахватывал, не знаю, конечно, правильно ли я сделал, но вроде все нормально. Ну, ты, кстати, не забываешь, что юнитов можно объединять. Ты берешь юнита ПКМ и объединяешь, и он становится другим. Но смотри, вот сразу же, пока ты не ходишь, показываю, видишь, 2, 6, 18, 54. А обычный юнит жрет 2 клетки твоего инкома, кважанчик 6, железник 18 и алмазник 54. Жек, ну алмазник это дико прям. Ну, железник и алмазник могут ломать уже башню. Вот так вот. Но алмазник это прям вообще имба. Ну и жрет он много. Да, ну видишь, тут дромбовит пытается сходить. Оп, захватил, что-то захватил. Чуть-чуть бы еще, и мне было бы, наверное, не так уже комфортно. Здесь придется построить башню, я думаю, мне. Либо же там расширить свою территорию, чтобы дромбовит мне тут прям никак не помешал. Но дромбовит здесь может перерезать мне кислород, а я бы не хотел, чтобы мы кислород здесь перерубали. Так сказать, сюда ходим, вот этим вот сходим вот сюда. Так, значит, здесь сюда сходим, здесь сходим. Так, так, куда бы сходить? Вот сюда, наверное, сходим. Хорошо. Так, у меня не так много времени. Давайте вот сюда вот одну башню поставим. Я что-то переживаю за вот эту вот территорию. Так, ну и все, у меня деньги кончаются. Нормально. Капец, нормально, башни стоят. Конечно. Но я уже никуда не могу ходить. У меня все юниты сходили, я просто заканчиваю свой ход. I just in life ходит. Капец, вот там реально обалдеть, сколько юнитов. Ну вот у меня, да, я вот видишь. Башни ставлю аккуратно, ага, мне уже. Нельзя одного юнита сразу два раза типа передвигать. Нет, только один раз одну клетку выбираю. Ага. Вот, ну смотри, сзади вот есть моя территория. Смотри, ты можешь ее захватить. Вот здесь вот зелененькая территория, если ты можешь ее захватить. Вот, а можешь вот этого юнита взять, который на этой территории, вот сюда, вот на эту, да, на оранжевую и так далее. А у тебя еще и кожанчик есть. Ты что, еще кожанчика сделал? Ну ты им походил, кстати, ты им можешь дома уже ломать, вот эти дома все деревянные, вражеские, да? Ты можешь ломать, если ты им ломаешь дома, то у него минус инком. Окей, буду знать. Так что кожанчика, если ты сделал, то, блин, если ты флажок захватишь, как я до тебя доберусь, это будет практически нереально. Так, хорошо, там зеленый ходит, смотри-ка, зеленый ходит, он пытается перерубить мне, наверное, кислород, но тут у меня стоит башня. Да, он перекрыл мне кислород, смотри, зеленый перекрыл мне кислород здесь, офигеть. Хитрый зеленый. Да, из этого я потерял очень много инкома, на самом деле, раз, два, три, четыре клетки. Но из этого я вроде не должен погибнуть, у меня все-таки здесь раз, два, три, смотри, здесь раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. У меня вот очень много клеточек инкома, я думаю, я переживу. Сейчас хочу полностью весь этот остров отхватить. Наверное, сейчас буду полностью убивать здесь все дома, вот эти все своими кожанчиками. И стараться захватить себе вот эту левую часть этого домика, что ли. Там Ая, смотрю, все дерется с чуваками за флажок просто, да? Да, надо отвоевать его. Хочешь отвоевать флажочек, да? Я пока слежу за вами. Так, так смотри, там тут башню себе начал строить, капец. Сейчас там вообще жесткая какая-то заруба начинается. Да, но я далеко, я тут где-то на севере, далеко от вас, у меня все нормально. Далеко на севере. Так, хорошо, хорошо, это сюда, это сюда, это вот сюда, это вот сюда, вот так. Поставить еще одного юнита вот сюда куда-нибудь, сходите, куда я им схожу, вот сюда, может сюда, вот сюда схожу, да, расширю здесь свою территорию. Так, где-то я еще могу ходить, вот здесь что, мне здесь ничего, здесь тоже ничего, ну все, я походу походил, а нет, мне что-то, мне говорят, что я где-то еще могу с кем-то сходить, я так и не понял, кем я мог сходить, так. Я закупать землю, начинаю тут что-то делать. Так, давай, давай, да, кожанчик одного сюда поставлю, одного сюда, этого сюда, этого сюда, этого сюда. Все, я уже придумал план. Да, тут я уже все перекрыл, сюда он точно не может подойти. Вот здесь. Как ты сюда подошел? Не знаю, я сделал все, что мог, уже все, у меня все эти юниты не могут ходить, так что все. Ой-ой-ой-ой-ой, ай, что ты натворил? Ой, ты сейчас жестко сделал, ты же знаешь, что сделал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Охренеть, ай, только что своим одним ходом убил всех моих юнитов. Это причем не шутка была, ты реально сейчас убил всех моих юнитов своим ходом. Ну вот. 6, 12, погоди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре. Не хватает двух единиц, просто двух единиц, лол. Хотя если дом дает дополнительные единицы, две. В чем я, конечно же, сомневаюсь. Блин, сейчас, короче, ай, тупо своим вот этим одним ходом только что убил четырех моих юнитов. Вот этих двух кожанчиков и двух обычных. Это я потерял 20, 40, 60 голды где-то я потерял. Это жесть, это, конечно, жесть. Ну, я все, я понял, с тобой надо разбираться. Ты, видимо, какой-то дикий тут, я смотрю, да, какой-то агрессивный. Ну, да, это скромная игра, не боюсь. Агрессию тут свою делаешь, ай, тут, ну, я думал его убить первым, но все-таки решил не убивать, это была ошибка. Из-за него сейчас потеряю кучу солдат. Да. Ну, ладно, потом объединю всю свою землю снова. Да, видишь, у меня погибли здесь все юниты. Так, хорошо, выделяю вот эту землю, делаю себе нового юнита, его ставлю вот сюда. Также беру этого юнита, убиваю айного юнита, все, мои все юниты здесь, ну, их уже не возродить, к сожалению. Ставлю обычного юнита, иду сюда, здесь объединяю свою землю. Так, у меня появляются еще деньги, но лучше пока их не буду тратить, куплю лучше башню и поставлю ее где-нибудь, чтобы землю мы здесь больше не ломали. Ну и все, у меня больше уже нет. Так, но потерять вот... столько юнитов потерять, это была большая ошибка. Ну, ничего страшного. Что-то я не могу как-то юнитов двигать. Подойди поближе, возьми. А, у тебя, кстати, тут видишь, что-то погиб. Это могилка, значит, у тебя погибли. Тоже видишь, тебя фигачили. Блин, а куда мне вообще ходить? Тут у меня юниты в таких местах стоят.
Это жесть, они никуда не прыгнут. Ну, значит, объединяй их в кожанчик, и кожанчиком уже ходи. Вот, и кожанчиком бам, и все. Вот, видел? Вот, неплохо. Подрезал себе кусок. Блин, ну Ай, конечно, обрубил мне такой план. Я бы сейчас уже весь этот остров захватил своим ходом. Так, ладно, сейчас, значит, побеждаю здесь Ай, а потом рублю эти деревья, которые на могилах вырастут. Ломаю вот этот дом зеленого, дом оранжевого, ломаю, и все. Это полностью вот этот боковой весь остров должен захватывать. Плюс у меня здесь стоят мои, значит, эти башни. Ой, зря он кожанчик объединил, мне кажется, у него даже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, у него камы не хватит. Ну, не знаю, может, у него тактика такая. Тактика. Умереть? Ну тогда это плохая тактика, я тебе так скажу, друг мой. Ну это да. Опа, зеленого убивает слот оранжевого. Ага, оранжевый, смотри, как агрессивную тактику выбрал. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А кожаный кожанчик, он может ходить 6 раз, да? Точно так же один раз. Все юниты ходят на одну клетку, просто у каждого свой урон. Окей. Так, у меня выросли деревья. Деревья это плохо, ну что ж тут с ним поделать? Правильно, ничего. Это сюда. Это беру вот сюда, ставлю пока. Нужно деревья убирать. Деревья все-таки портят мне инком. Так, 12. Даже если мне здесь перекроют оранжевый, то ничего страшного. У меня, в принципе, будет что-то куда сходить. Ну все, ходи, I just one life. Ходи, ходи, делай свой тюрн, да, свой тюрн, так сказать, свой ход. Так, семью тут выделить не могу. Так, ну смотри, там I just one life реально захватывает этот флаг. Смотри-ка, оранжевый. Мне тоже. Блин, мне денег не хватает. Ну да. А ты хотел деньги, 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 это наше все, здесь деньги нужны, это же стратегия, понимаешь? Я этого юнита уже двигать тоже не могу, ну тогда мой ход окончен, получается. Ой-ой-ой, это плохо, что твой ход окончен. Mm-hmm. Ну, нажимай на красную штучку, тогда если твой ход окончен, и все. Ну уже все прошло. Да, чтобы время не тянуть просто, чтобы не затягивать ролик, сам понимаешь, а? Mm-hmm. Так, зеленый смотрит на свои могилы, свои слова, такой, блин, мои юниты, они погибли. В честной борьбе дрались, в честной борьбе погибались. Так, ну что там, Айдаркул что-то задумал, смотрите, что-то задумал парень. Да-да. Что-то и там деревья думает рубить, что ли, или что? Ну, я тут на территории вообще хватает на юнитов, мне кажется, можно. Ты можешь прямо на дерево юнита ставить. Так, чувак что, покупает? Не успел. Все, ромбовит ходит. Ой, башню там купил или что? Еще одного кожанчика построил. Сейчас идет сюда. А, тут башня защищает. Вот так-то не пройдешь, да. Ту, хорошо. У тебя вот еще кожанчик вот есть, смотри, снизу. Да. Зеленую точку можешь заходить, в принципе. Вот, здесь зелененькая точка. Нифига. Да, я понял, понял, понял. Так тут ты что-то хочешь покупать? Ой, юнита своего купил. Не дай бог, пойдет мою землю захватить. Знаете, что я понял? Что тут у меня тоже есть такая штука. Я могу сделать вот так вот. И вот этим юнитом. А, блин, я дерево им сломал. О, это была ошибка сейчас большая. Сейчас нифига не похожу уже. Блин, я нифига не походил. Зато у тебя много территории, это круто. Да блин, я нифига не походил. У меня куча денег, у меня было 30 монет. Я деревья не поломал, ничего не поделал. Боже, сколько я времени потратил на какую-то фигню. А-а-а, я идиот. Я что-то протупил с этим юнитом. А что я его не выделил? Я бы дерево им сломал. Он сейчас еще и умрет. Деньги просрал этой локации. Я хотел объединить локации, сделать все грамотно, сделать все четко, но я тупанул неправильно сделать. Денег опять не... Да ты вон ходи, твой флаг захватывай, там юнита поставь еще, у тебя должны быть здесь деньги на флаг. А у меня уже нету. А, там кожанчика сделал, понятно, еще одного. А у тебя они выживут, слышишь? Не знаю, я вообще... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ну должны, хотя дерево одно стоит. Если дерево... Смотри, одна клетка дает тебе одну монету, да? Но если стоит дерево на клетке, то минус одна монета. То есть, как бы, дерево нужно рубить. И обычным крестьянин может пойти срубить дерево. То есть, это находить этим юнитом, что ли, чтобы... Да, обычным юнитом можно сойти. Ну, тебе видишь, что кожанчиком две оранжевые клетки здесь тоже можешь их захватить. Да, я вижу. Тебе пока быть в этом направлении. Деревья рубить и клетки ломать. Так, оранжевый там пошел. Обрубил здесь мою территорию немножечко, смотри-ка, да. Перекрыл, так сказать, кислород. Да, у меня тут сейчас еще кожанчик вроде за мои ошибки. Тут мне кислород перерубил. У меня здесь всего один кожанчик. Я здесь вообще могу железника даже уже поставить. Вот. Ну, тут не проблема, не проблема. Да, у меня один умер. Все, такие за мои ошибки. Так, ладно, ничего страшного. Берем вот это сюда. Это сюда уже ставим наконец-таки. Это вот сюда. Это вот сюда вот ставим. Это ставим вот сюда. Ага, здесь защищают. Доставим вот сюда. Объединяем здесь территорию. Берем вот этого моего юнита. Ставим сюда. Сюда не могу поставить, да? Хорошо. Сколько у меня денег? 15. Берем деньги. Берем вот так вот делаем. Все. Теперь уже точно можно заканчивать. Так, окей, теперь мой ход. Да, твой ход, ходи, 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 братик. Так, я похожу, в принципе. Здесь уже ничего не могу купить. Вот этот блок я что-то не могу тоже выделить, который здесь. Ой, там деревья выросли, чувак, тебе нужно деревья было ломать. Да ой, я вижу, а я ломал, нет, они сейчас только выросли. Ой-ой-ой-ой, чувак, это тогда... очень плохо, деревья это очень плохо, куплю, брат. Куплю и начну рубить деревья. Да, рубим всё. Деревья, руби, вот, хотя бы так, да, хотя бы так. Но они все равно тебя могут не пережить. Дай Даркул, что здесь будет делать? Ай, Даркул, не дай бог на мою территорию пойдет, я тогда сейчас сразу же вот дом загашу. Так, а он может здесь оранжевым перекрыть. Боже мой, если он сейчас оранжевый, ты можешь здесь вот сюда вот пойти в эту клетку и оранжевым перекрыть кислород вот этому юниту, и он умрет. Если ты вот сюда вот этим юнитом сходишь, вы вот этим юнитом сходишь сюда. Вот, вот этим юнитом, вот сюда, вот бок, в бок. Вот сюда, вот бок, да. О, боже, ты оранжевым перекрыл кислород. Чего? Раз, два, три, четыре, пять. Ну вообще он может выжить. Я не помню, дом дает плюс. Если дом дает плюс монетку, то оранжевый. Нет, он погиб!
Ты перекрыл ему кислород. Это как Ай перекрыл мне кислород в свое время, я потерял всех своих юнитов. Так, сейчас зеленый, оранжевый. Ну, оранжевый и зеленого душил очень долго. Поэтому, в принципе, все это разумно, да? То есть, вот, молодец, пацана. Оранжевый. Душил пацана, тот его тоже задушил. Все правильно сделал, я считаю. Кстати, хочу сейчас показать прикол. Оранжевый такого прикола точно не ожидает, я думаю. Смотрите, называется прикол, как задушить оранжевого за 5 секунд. Все. Думаю, вы поняли. Ну, кого оранжевый пердак уже подгорает там, типа, что происходит? Почему меня так душит, за что? Так, хорошо, сюда, сюда. Так, ну что ж, еще 23 монетки. Купим еще одного юнита вот сюда вот, наверное, поставим его. Также еще одного юнита поставим сюда, чтобы рубить деревья. Все, деревья рубятся, бабки мутятся, ход скипает, а я just in life, ходи. Так, сейчас сразу деревья тогда порублю вот так вот. Да, и... видишь? Ага, и точку еще оранжевую можно заходить. Еще оранжевую точку. А, ты уже все порубил, да? Не смогу. А кожанчиком ты уже тоже ходил? Айдарку ходит? Да, я ходил ими всеми. Айдарку. Ну, мы оранжевого сейчас вообще нормально так поддушили. Так, оранжевого мало шансов. Ну, зеленого еще меньше шансов. Больше шансов пока что у тебя, потому что ты там хотя бы свой флаг занял. Флаг занять это, конечно, было неплохим вариантом, но смотри-ка, мы тут тебя потихонечку окружаем, а, окружаем. Да, у меня мало места, зато весь вот этот север мой. Если так можно назвать. Смотря с какой стороны смотреть, конечно. Так, хорошо. Ромбовоид ходит, ромбовид, у него там еще одна могилка. Из этих могил вырастают деревья. Деревья это плохо, как вы поняли, да? Так, что дальше буду делать? Наверное, а я буду поддушивать чуть-чуть. Тут захватывать больше земель, обозначивать здесь себя как короля этого дома, дома этой палатки, палатки вот этой вот всей, да. Деревья сейчас могут вырасти, нужно с ними аккуратно, нужно прям поддушить здесь все деревья, которые прям рядом находятся, реально просто все деревья душить. Все, время кончилось. Еще дерево выросло, ё-моё, вы видели, как они растут, эти деревья проклятые? Да, очень много. Сюда, сюда, вот я прямо со своей стороны сейчас все деревья просто душу. Деревья, могилы все эти душу, здесь дом задушил, здесь юнита задушил. Так, это сюда на дерево ставлю, еще одного юнита вот сюда вот на дерево ставлю. Ну и у меня еще один юнит есть, я, наверное, его вот сюда вот поставлю, объединю с этой землей. Все, я сходил всеми юнитами, пропускаю ход. Ну все, у меня здесь прямо очень хорошо так получается. Тут прямо очень большая часть такая вот есть. Плюс здесь вот еще как бы небезопасная зона. Здесь еще одну вышечку где-нибудь. Я вот даже не знаю, как мне походить тут. А, тебе нужно здесь, понимаешь, во-первых, захвати к обычным чувакам эту штучку. А я им уже ходил пока что. А, ну захвати как... вот так вот. Смотри, знаешь, как можно сделать железника? Потом взять крестьянина в следующем ходу, да? Крестьянина, закинуть его в кожанщика, и у тебя останется железник, и железником сломать башню. Ну хорошо, попробуем. Ну, сколько у тебя штучек, давай посчитаем. Раз, два, три, 20. 20, да, вот я не знаю, получится ли у тебя потом все это сделать. Потому что ты объединишь железника, железником сломаешь башню, да? А потом кожанщиком, получается, сломаешь следующий дом, понял? Вот, ну я не знаю, хватит ли у тебя клеток, чтобы юниты выжили. Но у тебя в другом, в любом случае, выбора нет, знаешь, типа, у тебя либо так, либо сидеть, ну, ждать, да, у моря погоды. Что я в тупике. Так, да, деревья опять выросли. Да вы хватит эти деревья, вы что творите, ироды? Вы зачем высаживаете этот проклятый лес? Ты посмотри, сколько здесь... Я вижу. Я в своей части, хорошо, что лес весь вырубил, смотри, у меня лес весь вырублен, да? Куча деревьев, целая джунгли. Да, ну тут прям реально какой-то лес растет. Но, кстати, мне на руку, что у вас там лес растет, пацаны, потому что таким образом вы жинкам это меньше получаете. Так, я хожу, окей, сейчас буду вырубать этот сраный лес. Мне еще не дают здесь лес вырубать, ты прикинь. Так, ладно, объединяю в этого чувака, здесь ломаю. Так, погоди, хорошо. Так вот, окей, вот так вот, вот так вот. Туда пацана берем сюда, вот так вот. Этого пацана берем вот сюда, вот. Куда бы его поставить сюда? Этого пацана. Эх, не успел с ними походить. Еще пара ходов осталось, которые я мог сделать, но я уже просто не успевал. Так, теперь кожанчиком в дом. Вот, вот так вот. Сколько у тебя написано? Сколько у тебя написано там циферка инком? Первая цифра, вторая цифра, вот сверху. Next wages, что ли? Да, давай. Нет, 24. А первая цифра или вторая? 22. Ну, вот если у тебя первая 24, а вторая 22, значит, у тебя все выживут. Ну нет, у меня наоборот. А, значит, они умрут. Блин, это плохо. А инком у тебя сколько общего? Инком я не успел посмотреть. Ну, блин, у тебя, видишь, там, у тебя буквально двух монет, понимаешь, не хватило. Вот двух монет не хватило, ты понимаешь, в чем суть? Ну, ты можешь поставить новых юнитов, видишь, здесь в любом случае врагов никаких нет, да? Так что, в принципе, ты сможешь здесь пройтись потом обычными чуваками, просто по этой земле идти обычным крестьянином. Твоя задача сейчас объединиться с землей, которая тебе чуть ниже, видишь, по флагу вниз спускаешься, да, здесь земля. Кстати, у тебя в этой земле могли деньги накопиться, ты в курсе? Ты можешь здесь какого-нибудь крестьянина поставить и походить на зелененькую часть. Я знаю, но не ставится почему-то. Тут есть клетка свободная, но не ставится вообще. Ну, тогда не может знаю. Может быть, это правила такие, не знаю, в карте. Может, у тебя там денег не хватает? Может быть, кстати. Нет, там земля именно не выделялась сама. Странно. Только ромбовид ходит. Ромбовид здесь делает какие-то свои мутки, захватывает. Он наконец-то понял, что можно захватывать свободную землю. Почему он до этого не делал? Это странно. Ты вот типа до этого мог это всегда сделать, но он всегда про это забывал. Он какие-то там драки устраивал. Так, я уже хожу, нифига, вы что тут мне даже не предупредили ничего. Так, ну, хорошо, делаю железника одного. Все-таки пора ломать башню. Ломаю башню, кранчиком ломаю домик. Так, здесь что у нас? Беру. Блин!
блин, боже, что я натворил? Это был дикий руин сейчас. Это был сейчас огромнейший руин, чуваки. Я сейчас просто, скорее всего, заруиню себе игру. Потому что сделал какой-то бред. Я потому что сделал двух железников, а содержать так, как я их буду. Лол, у меня сейчас все солдаты, походу, погибнут. 18-18, это сколько? Я даже не посмотрел. Два, это же, ё-моё. Раз, два, три. Ну, я думаю, мне не хватит. Я думаю, мне все равно не хватит. Типа, это очень странно. Я думаю, мне реально не хватит. Мне кажется, я сейчас погибну. У меня просто раз, два, три обычных, один кожанчик. Это уже 12 плюс 18, это 30. И плюс еще 40. О, хотя у меня, если у меня 50 клеток есть. А я думаю, у меня может быть даже есть 50 клеток. Тогда я, если у меня 50 клеток есть, тогда я выживаю и просто ломаю сразу же все башни, все дома. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Скажите мне, что у меня 50 клеток здесь есть. Спасибо, спасибо, братишка. Ты убил моего юнита. Еще и второго моего юнита ограничил. Вот благодаря ему, мне кажется, я сейчас только что выжил. Потому что он убрал одного моего воина, который жрал ресурсы, и второго еще ограничил. Он подумал, что сделает хуже, но таким образом он мне только помог. Так, сразу же убиваю. Здесь кожанчиком убиваю это. Здесь этим убиваю. Куда пойти-то вообще, не знаю. Вот сюда, наверное, пойду. Так, у меня что? Инком. Next wave. Вот так вот сделаем. Нормально. Ага, уже моя очередь. Капец, быстро. Да, 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 так и хотел. Ну, скоро мы сейчас еще одного убьем, потом второго убьем. Будем ходить чисто один на один вообще. А вот здесь уже, я могу железником ходить. Да, о, нифига ты уже дошел. Ты железника себе сделал? Е-мам, да, походу вот, замес будет вот сейчас. Да, что-то будет весело. Ага, еще могу юнита купить. Ну, куплю. Ну, ты аккуратнее, если можешь его купить. Ты зря покупаешь. Сейчас вдруг у тебя сейчас не хватит ресурсов на это все, не? Или у тебя по цифрам все хорошо? Ну, так, нормально. Ну, ходи куда-нибудь. А, ну, ты никуда не сходил. Даркул из Not Capital. Не, ходил, я ходил вообще. А, Даркулу некуда ходить, поэтому... А, у него нет своей стороны, все, он проиграл. Угу. Даркул проиграл всю свою землю, и поэтому он, типа, все, капитулирует. Он сдается, да. Мне сейчас что-то с оранжевым решать и с тобой еще, а? Умер гордым. И что? И что, что ты умер гордым? Это что-то тебе разве дало? Так, башню построил, ломаю башню, ломаю его дом. Ой, блин, не туда сходил, ломаю дом. Так, здесь, значит, тоже ломаю дом. Беру одного юнита сюда, ставлю сюда. У меня еще один железник, ставлю его вот сюда. Здесь, значит, башню ставлю сюда, башню, ставлю сюда, башню, ставлю сюда, башню, ставлю сюда. Не успел. Мой ход. Твой ход, да. Ходи, 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 ходи. Ну и все, ты... Кажется, сейчас проиграешь. Почему? Ну, сейчас я тебе объясню в твою ошибку. Я вот догадываюсь, возможно, потому что ты сейчас можешь моих этих обгородить. А, да-да-да, я это сказал. Ё-моё. Так, хорошо. Оранжевый он вообще никуда походить не может, что ли, уже. А то он никуда не двигается вообще. Так, берем сюда, ломаем его дом, ну все. Погибают твои войска, ижество на лайф, поздравляю. Ты да, там должен был поставить башню, которая контролировала бы весь твой проход, понимаешь? Башня бы тебя спасла. Но ты не подумал о башне. И все, и мои войска перекрыли тебе весь кислород. Даже кожанчиков хватило, чтобы их тут завалить. Да, это была моя ошибка. Ну, там зеленые кто, они точно так же. У нас ноги ошибались так. Ну да, 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 да. Ну, как бы я поймал на ошибку. Да ты, я точно так же ошибся, когда ты меня взял, перекрыл. Да, друг друга многих поймали. Да, все уже так по разу ошибались. Эх-эх-эх, ромбовиц тюрн. Давай, ромбовиц, что ты там сделаешь? Куда пойдет ромбовиц? Никуда не может пойти, здесь везде перекрыто. Как говорится, сайонара, все дороги перекрыты, ромбовиц. Просто жми красную кнопку и это. Отдыхай. Ну, отдыхать тебе осталось недолго, потому что здорово, этот уже чувак умрет сам по себе. Так, вот ты давай сюда, наверное. Так, ты сюда. Здесь у Айджеста Нулаева все полностью отнять, так сказать. Отнять у тебя все до последней капли. Так, ну, этот пусть туда пойдет пока сюда. Этот пойдет пока вот сюда. Здесь построим башню. Вот так вот. Теперь тебе уже здесь так просто не пройти, а? Здорово, здравствуйте, документики, пожалуйста, показываем. Документики свои, а? А же со мной документы есть? Нет. Нет документов? Ой, кожанчик. Ой, железненько сделал, чтобы сломать. Е-ман. Не, ну это сильный ход. У меня выбора был. Не было. Выбора у него не было. Железненько сделал. Посмотрите на него. Железненько. Ну, еще башню поставил он. Так, ладно, хорошо. Железненько он сделал. Так, сюда. Ну, и в принципе, та сука у нас инком. Next 58. Да, придется либо делать алмазника, либо не знаю, что делать. Так, железник прошел. А все, ну дальше-то что? Дальше уже ничего. Алмазник. Ой-ой-ой. Это ошибка. Это была ошибка. Ромбовит тоже проигрывает. Но я пока, кстати, ничего сделать даже с этим алмазником не могу. Ну, что я сделаю? Я просто поставлю башню, что даже если ты что-то там
придумал, то уже ничего не смог сделать. Так, здесь тоже башню. Просто стоим, просто ждем, просто пропускаем ход. Погибает твой бравый воин. Поздравляю, ты продал. Зачем ты сделал алмазника? Я случайно его сделал, я не хотел его делать. Ну, это я понимаю, ты просто объединил этого юнита с другим юнитом, получился алмазник. Да, я знаю, у меня такая же фигня на самом деле бывала, но не с алмазником, а с железником. Сегодня такая фигня была. Так, давай сюда. Так, теперь берем железник и бежим сюда. Ломаем юнита, бежим сюда, берем еще одного железника, ломаем башню. Хорошо, проходим дальше, берем кожанщика. Кожанщик вроде может у нас башни становиться, но не может ее ломать. Не, не может. Ну все. Да, сейчас мне будет тяжело что-то сделать, я могу максимум обороняться, стараться. Да, старайся что-нибудь делать, там придумай. Ой, не получится, нужно железника делать, наверное. А может быть даже алмазника. Не хватает, не хватает. Ну ты не расстраивайся, смотри, значит, как сейчас все будет. Да, я беру своего юнита, ставлю сюда, беру другого своего юнита, ставлю сюда, беру своего юнита, ставлю сюда, беру своего юнита, ставлю сюда, беру своего юнита, ставлю сюда, беру, значит, вот того своего юнита, ставлю вот сюда, и беру вот того вот своего юнита, среднего, и ставлю вот сюда, разделяю твою территорию на две, вот так. Как тебе такое? Дальше, значит, беру вот так вот. И вот сюда вот еще башню поставлю. Контрольную, контрольную. Видишь, у меня есть пограничный пост просто. Здесь башня, с другой стороны башня. Даже денег не хватает ни на что, жесть. Мне нужно только скипать. Эх, денег нет, но вы держитесь, как говорится, в нашей стороне, дорогие друзья, да? Так, денег нет, но вы держитесь. Так, 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 это сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Братишка, что ты там это? Приуныл, кажется. Да, ну и все, я могу заканчивать свой ход. И я побеждаю! Ю-ху! Захватил, тупо захватил. Да, ну, прикольная игра получилась. Да, ребятки, спасибо, что сыграли со мной. Спасибо Ай, что пришел, Даркул, Рамбомбит. В общем-то, вот такая была игра, не на жизнь, на смерть. Я захватил все-таки этот домик с флажком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Всем пока.